очень замечательно, что в Чувашии такой действительно замечательный корпус. Вот, и в Пермском крае. Так что развиваем. Должны быть математические школы, должны быть спортивные школы, должно быть кадетское образование, которое является, ну, одной из очень важных социальных технологий, в том числе, как бы, да, и для подготовки людей, так сказать, к службе, да, значит, в армии, в правоохранительных органах, но не только. И на самом деле очень большой процент детишек, которые оканчивают кадетские корпуса, они идут в обычные гражданские вузы, как бы, да, но это, конечно, люди уже с несколько другим воспитанием, да, с несколько другим отношением к жизни, все-таки более ответственные, как бы, раньше взрослеют, вот, умеют работать в коллективе, что тоже крайне важно. Поэтому это очень важное направление образования, которое поддерживается и в целом округе.